Подходит к завершению учебный год. Последнюю четверть школьники учились дистанционно. Онлайн-уроки проводили и в Бендерской детской школе искусств. Уже завершились контрольные уроки, выставлены итоговые оценки. А тем временем начат новый набор учащихся. Напомним, в школе искусств работают 3 отделения – музыкальное, хореографическое и изобразительного искусства. Дима, сыграй мне, пожалуйста, гамму ми-мажор четвертями в умеренном темпе. Информационные технологии подружились с искусством. Музыкальные пассажи, танцевальные па и художественные этюды, домашние задания в записи, а уроки по видеозвонку. Учитель и ученик, встречи в привычном расписании, но только каждый из своего дома. Успешно добавили к пюпитрам с нотами телефоны или компьютеры и клавишники, и гитаристы. Вокалисты тоже поют теперь не лично для аудитории, но оттого не менее искренне. Юные музыканты сразу учатся работать еще и на камеру. По-домашнему, но не менее старательно. Все творческие работы тоже выкладывают в сеть. В виртуальном формате занятия проходили больше 2 месяцев. Педагоги говорят, за 60 лет истории школы такой метод обучения опробован впервые. Как оказалось, и с такими испытаниями времени справились. Я хочу выразить большую благодарность своим преподавателям, учащимся, родителям, которые смогли выдержать вот это сложное время. И я надеюсь, сейчас зал пустой, но надеюсь, что скоро мы откроем двери для всех наших учащихся. Юбилейный концерт к 60-летию школы – дело будущего. А пока завершение учебного года. В этом году без традиционных творческих конкурсов и отчетных концертов. И без выпускных экзаменов. Оценки выставлены по текущим результатам и контрольным урокам. Итоговую аттестацию осилили все. И уже начат набор новичков. Если раньше прием первоклашек проводили к началу лета, то в этом году основная нагрузка ляжет на август. Мы будем проводить сначала по записи по телефону, а затем, как только карантин прекращается, мы рады видеть у нас в школе детей и родителей. В нашей школе существует и работает это отделение музыкальное, хореографическое и отделение изобразительного искусства. На все эти отделения мы ждем деток, и мы с удовольствием будем их вводить в мир искусства. Звонить можно уже сейчас по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. После записи назначат дату прослушиваний. Они состоятся позже. Двери школы искусств открыты для будущих музыкантов, художников, танцоров. Для всех желающих приобщиться к миру искусства. Елена Леонтьева, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.